Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон, и я Эдуард Петер. И, как видите, мы постепенно, мелкими-мелкими шажками приближаемся к скульптингу. То есть ходим вокруг и около. Почему? Потому что скульптинг, на мой взгляд, он требует больше, скажем так, творческого подхода, требует больше умения и чувства симметрии. Все это делается на глаз, не то, что мы взяли, допустим, кубик метр на метр и все, и начали строить из него. Тут, конечно, гораздо сложнее. И поэтому я, умеющий лепить скульптуры, все-таки с опаской отношусь к скульптингу в 3D, потому что это несколько другое. Одно дело чувствовать материал под руками и гнуть его туда-сюда, и другое — это овладеть всем спектром инструментов и работать уже чисто творчески, не задумываясь о технике. Поэтому для этого сначала надо изучить всю технику и изучить лучше ее приемы, что мы с вами потихонечку делаем совместно. Поэтому сегодня я хотел посвятить это видео совсем маленькой теме, но очень важной. Дело в том, что я вам говорил, что я правша и левша. У меня в левой руке как бы находится вот сейчас планшет, а в правой у меня находится мышь. И тут мы уже с вами знаем, что как потянуть, как, допустим, увести предмет, увеличить, уменьшить кнопкой мыши, да, нажать Shift, подвигать. Но все это не работает, если мы переходим полностью на пен таблет, да, тогда я не могу здесь ничего сделать, у меня нет такой средней клавиши, и посему в этом плане надо пойти в Preference и включить вот это, эмулятор 3D Buttons Mouse мышки. Вот здесь его надо включить. И тогда у нас Alt. Сейчас, секундочку, мы включим вот это. И тогда кнопка Alt в соответствии с пеном, с ручкой, да, нашей, она позволяет у нас двигать. Alt, Ctrl. Почему не показывает-то? Интересное какое-то. Странно. Должен был. А вот. Видите, вот показывает Ctrl, и как будто бы это средняя, middle mouse. Как будто средняя кнопка мыши работает. То есть Alt 1 он может вращать, здесь можем увеличивать, если мы Alt держим и Shift, то можем двигать туды-сюды. И таким образом решить эту проблему, и не все ж такие двуруки. То есть я-то могу и так подвинуть, и быстренько раз-раз, у меня все равно рука лежит на мышке. Ну а здесь вот еще раз Alt. Крутим, Shift, увеличиваем, Alt, увеличиваем, и Alt, вернее Shift, это мы двигаем, ах ты, тут он еще переключается, Alt, Shift, мы можем двигать, да, не отпуская, очень удобно. То есть включите эту кнопочку, если у вас есть таблеточка. Далее давайте перейдем теперь новый. Так, подождите. Мы сейчас должны перейти в скульптинг с вами. Вот, перешли в скульптинг. Вот как-то бы мне хотелось, чтобы здесь постоянно вот эта установка работала. Не знаю еще как, потом научусь, скажу вам тоже. То есть включаем мат. Кэп и включаем глину. Вот так.
Вот я хочу, чтобы меня встречала вот это всегда. Она встречает по умолчанию белый. Ну, да ладно. То есть, смотрите, тут тоже есть небольшие хитрости. Если мы возьмем сейчас draw и начнем рисовать тут и пытаться как бы нажимом мыши что-то сделать, ничего не получится, потому что у нас не включена функция вот эта. Вот здесь, ребят. Раз. И на string тоже. И тогда, смотрите, мы сможем вот так, нажимая, вот так красиво сделать, да? Чего раньше нам, конечно же, не удавалось из-за того, что у нас не было нажима. А так, пожалуйста, и можем получить чудесный такой рисунок, когда откликается мыша, вернее, пентаблет. Ну, так его весь разрисовать. Кстати, попробуйте это сделать в обычном режиме редактирования, да? Так. Очень интересно получается. Поверхность мне даже захотелось немножко порисовать, потому что красиво получается узор. Ну, пожалуйста, преимущество. Alt нажимаем, двигаем. Асимметрия нам помогает создавать уже такие симметричные узоры. Вот так. То есть вот эти небольшие. Что если я сейчас скажу ему Ctrl-5? Поможет это? Это я разобью его на сумасшедшее количество полигонов. И, по идее, все вот эти квадратики наши, фейсы, да, полигоны, должны скрыться. Но тогда он будет уже неподъемным, слышите, как считает. Вот. То есть, я чувствую задержку небольшую. Ну, у меня карта-то, дай бог, будет. То есть, вот. Вот такое короткое видео, в то же время, я считаю, оно очень полезное для меня. Я сделал очередную шпаргалочку себе, и я думаю, поможет вам.